Ну, ребят, всем привет. Снова я вырвался в этот лес, забил на все дела. Попадает сигнальчик, мне думал, монета прям четко 96 била. Какая-то опять импортная пуговица. Вот, вроде как алюминиевая. Кто что знает, подскажите. Так, еще советиков поднял 3 штучки, только вот зашел. Посмотрим, что лес дальше даст мне. Посмотрим, погуляем. Катушку его прям сбил, беленький. Такой красавчик, приворачиваем. Опа, подъели его уже. Ну что, так белые попадаются по чуть-чуть. Что-то мне сегодня на 40-й год прям везет. Двушка, трешка и 20-ка вот только что попалась. У меня таких коллекций точно нету. Ценник на нее 200 рублей, там разновиды есть какие-то еще. Ладно, будем смотреть потом. Продолжаем поиски. Еще какая-то монеточка вылетела. Пиндосик. Непонятно, что за год. Сейчас я тирану покажу. А это у нас 1 копейка 37 года. Прям рарики для моей коллекции. Нет у меня таких. Что-то не припомню это точно. Сейчас посмотрю каталог. Ну вот такая еще монетка попалась. Сигналов пока нету вообще. Так, пару фольги поднял. Хрень одна, короче. Здесь вот старая дорога проходила по Шуберту. А вот находочка другого плана. Беленький, бодренький. Забираем. Немного грибов есть. И немного монет тоже есть. Так что прогулка продолжается. Еще один сидит, дружок-пирожок. Ох, он вялый. Съели его. Да, весь в хлам. Тут, может, тоже, но я его не буду резать. Так, вот, кстати, место это раньше не нашел. Вот еще один грибочек. Подберезовик. Так. Так. А вот еще один грибочек. Это у нас... белые. Капец, сожрали. Весь. Вот такой вот тут пятачок. Метка попалась, 20-ка 46-го года. Правда, что-то убиенная какая-то. Ой, упала. Вот. Иду дальше искать имперские монетки. Царские. Посмотрим, что дальше будет. В ямке еще сигнальчик таился. 36-го года, 15-ка. Десятки, по-моему, в цене такого года. В пятнашке не помню. Ну ладно, пойдет, что. Продолжаем поиски. Трена пошла какая-то. Задолбался я вот эти вот корни рубить здесь. Вываливается какая-то хреновина непонятная. С узорами. С голубой, вон, остатками голубой эмали. Кто что знает, ребята, подскажите, что это за находочка. Она такая цилиндрическая. Полностью вся запаянная. Здесь, видимо, шов. Никогда такой фигни не находил, даже представления не имею, что это. Вот здесь какие-то узорчики, рисуночки. Непонятная хрень, короче. Ладно, продолжаем поиски. Сигналов мало, грибов тоже мало. Такой вот красавчик попадается. Беленький еще один. Зачетнейший грибок. Берем его с собой. Ладно, ищем монетки. Ну и грибочки тоже. Пойдут. 40 уже брожу, ни одного сигнала вообще нету. А там грибочек попался. Смотрите, какой красавчик. Беленький сыночек. Вот такой красавчик. Офигенский. Не успели еще его потрепать чуть-чуть. Вон только крепенький, бодренький, зачетненький. Забираем. Хожу, брожу, продолжаю искать монетки. Вот долгожданная монетка вывалилась. Только вот это. 34-й год или 31-й, непонятно. Но, скорее всего, 31-й. Она вот здесь вот ударенная. На старую дорожку вот нарвался. Советская, походу, дорожка. Царскую я так и не нашел ни хрена. Не такая, конечно, подзализанная монетка. Но пятак. Скорее всего, 31-й год. Тоже приятная монета.
Похожу еще тут по этой дорожке, посмотрю. Ямок не вижу. Это хорошо. Ладно, продолжаем. Еще один красавчик попался. Вот такой вот подберезовичек. Правда, что-то у него шляпа выперла. Сейчас посмотрю, весь чистый заберу. А вон еще один. Но он, по-моему, тухленький. Сейчас покажу. Ну да, подустал. Может, подуставший. Так что грибочки-то есть, полазить здесь попадаются. Кто-то теряет, а кто-то находит. Такой вот ножик нашел. Такой добротный. В руке лежит вообще зачетно. Такая находочка. Пойдет остренький. Забираю. Продолжаем искать. Монеты царей. Вот такая какая-то фенечка медная попадается. Но я думаю, что-то новодельное. С таким узором прикольным. Вот. Такие вот тут виды у меня. Вырубка санитарная. И вот на краю вот этот сигнальчик. Хожу, брожу, монеты ищу. Вот что-то империя не попадается. Ладно, продолжаю искать. Попался нечастый год. 1965. Двушка. Посмотрел, она от 200 рублей стоит. Там пятаки, десятки, пятнашки, двадцатки. Вообще заоблачная цена. Вот советик такой вот еще. Попалась вот такая вот винтажная ручка. Я так думаю, но, скорее всего, здесь несколько стержней было. Разноцветные, короче. Судя по толщине. И вот здесь такой механизм. То есть вот стержень, два. Ну, три цвета как минимум этой ручки было. Жалко, что сломанная, конечно, блин. Советская такая вот нанотехнология. Ну так, сегодня коп разнообразный, конечно. И грибы попадаются, и всякие-всякие разные находочки. В принципе, я доволен. Сейчас вот еще и полазю часика полтора-два. Наверное, закругляться буду. Так себе. Лес этот, первое впечатление было прикольное, но потом что-то вообще сигналов не было. Ладно. Продолжаем ходить. Прям рядом ямка, сигнал был четкий. Выкапываю. А здесь такая вот винтажная штучка. Скорее всего, это такая сувенирная была хрень. Ну, как она называется, не помню. В общем, ручка, подручник. Подставка под ручку. СССР, сентябрь 1959 года. Ни хрена себе, конечно, штукенция. А вот здесь-то она сломана. Ну, там еще есть сигналы. Сейчас буду выкапывать, буду смотреть, что там попадется. Смотрите, какой сигнальчик поймал. Чуть выше пробочки. Одновременные радости, печаль, короче. Десятка, девять. День второй. Поиски монет. Всем привет. Вот такой классный сигнал словил. Четкий-четкий. Копнул, вот еще не вытаскивал. Так вот красивенько вываливается монеточка. В поле я сегодня. За ветер сразу извиняюсь. Опачки. Походу советская. Да. Это советик. Двушечка. А может и трешечка. Двушечка. Что, посмотрим, фартанет еще разок. Эх, ребрышки видно. Не знаю, на камеру видно, нет. Короче, ребристая. Жалко. Но прикольная монетка. Здесь медь хорошая. Все, больше и шоркать не буду. Вот так монетка неплохая. Вот такая вот еще находочка. От ветра я отвернулся. Это, наверное, от керосинки. Крутилка серебряная с узорами, с какими-то тут по контуру. Ну, не с узорами, а точно там какая-то выборка. Вот так вот. Вот еще монетка 2 копейки 40-го года. С этой стороны хорошая, а здесь зеленухой. Они здесь на этом поле все убитые. Иногда хорошие попадаются. Ну ничего,
Идем дальше, что-то ветер поднимается, ну тепло. В общем, все находки вокруг вот этой ямки, не знаю, кто здесь копал, вот мне попадается прям буквально вот все здесь, на каждом шагу. Все, короче, еще сигнал такой тоненький словил. Думал, фольга какая-то очередная. А тут копейка советская. Сейчас посмотрим, в каком она сохране. год, и бодренькая. Фига себе. Вон, все сразу побелело. Такая бодренькая. Отлично, отлично. Ладно, продолжаю ходить искать. Вот еще находочка такая. Древнятина. Пуговка, гирька. Оп, ветер. Сейчас развернусь. О. Хорошая, целенькая. Продолжаем поиски. Смотрите, какой сигнал. Сначала дух захватило. Сейчас вот так вот на солнышко. Думал, серебро. А это польская монетка какая-то. Алюминиевая. 1955 года. Потрепанная, конечно, она очень сильно. Вон нолик только видно. Что это было? Десятка. Скорее всего, десятка чего-то. Убиеннейшие просто. Но у нас здесь были шпионы, значит. Пуговицы импортные, монетки импортные. Ха. Ладно, иду дальше. Смотрите, еще сигнальчик был такой корявый. Я думаю, что это монетка. Надеюсь, что это монетка. Кругленькое что-то. Да, монетка. Непонятно чья. Ну, по звуку как алюминиевая. Сейчас тирану покажу. Ну, это, скорее всего, советская трешка. Да, вот СССР проглядывается. Сейчас фокусирую, что-то камера тупит. Вот. Убиенная. Вот такая вот здесь алюминиевая бронза. Чаще всего. Ладно, продолжаем поиски. Еще точно такой же сигнальчик, только поярче был. И вот еще монеточка. Советская трешка тоже, что-то какая-то убитая. Но не зеленая. Сейчас тирану покажу. Смотрите, что с ней земля сделала. И удобрение. 40-й год. Треха. Вообще просто в хлам. Никогда таких не находил убитых. Вау. Ладно. Продолжаю. Такая вот винтажная пряжечка попадается. Не знаю, тут звездочка, огонь. Может, пожарные какие, не знаю. Так-то вроде целое. Надо отмыть будет потом. Посмотреть. Никогда таких не находил вещей. Первый раз такой нашел. Прикольненько. Прикольненько. Еще, походу, советская попалась монетка. Вот она, какая-то тоже кривая. год. Двушка. Убитая. Истертая и плугами побитая. В общем, печаль одна. Печальная. Попадается мне серебрушечка. И радость, и печаль. Видать, или привеска была, или маниста. Припаяны вот серебряные какие-то прутки. Десятка, 903 год. Николай II. Серебрушка попалась. Ну, вот такая вот. Непонятная. Вот такая вот еще малышка попадается. Полушечка Екатерины II. 1789 год. С рельефчиком. Вон здесь читается полушка. Классно. Вычистится, я думаю, будет крутая монетка. Вторая такая у меня здесь. Нет, я, по-моему, деньгу тогда нашел. В общем, так вот. По сигналам что-то не очень. Вот уже часа полтора так брожу практически без толку. Ну ничего, еще походим, посмотрим, что попадется. Видите, какая красота попалась. Сломано, жалко. Кусочек складня. Вот на этом месте
две или три запчасти от складня находил. Плугами разбил его нафиг. Не знаю, только так вот он был, либо так. Такая вот зачетнейшая находочка. Жалко, сломанная.